уже из выступления прозвучавших стало ясно, что на какие, в принципе, символические для общества персоны ориентируется фонд, который выступил с инициативой по этому проекту. То есть это, безусловно, это касается людей разных вероисповеданий, национальностей и так далее. И что это очень важно, что это, безусловно, такая и межэтническая, может быть, в каком смысле даже и межрелигиозная акция, акция призыва к совести самого мира. Вот знаете, это звучало в советской газете, это когда, собственно, шел процесс над супругами Розенберг, да, что совесть мира взывает. Ну, возможно, мы, конечно, по-другому сегодня смотрим на советскую риторику, да, того времени, послевоенного как раз времен, и, с одной стороны, американского мракобесия, маккартизма, и нашего, собственно, тоже состояния холодной войны со всем западным миром, но тем не менее. То есть что-то, какие-то основные базисные пункты, они всегда остаются. И то, что вот сегодня подчеркнул Дмитрий Геннадьевич в своем выступлении, открывающем сегодняшнюю конференцию, это очень важно, что мы немножко абстрагируемся от политической оценки, той ситуации. Мы не в той ситуации находимся. Среди нас нет ни одного человека, который бы, ну, разве что получивший медаль за номером 2, Николай Андреевич Махутов, да, он помнит то время, но мы здесь не имеем, может быть, права судить, ставить себя на место тех людей, которые были, с одной стороны, и на линии обвинения, и на линии защиты, то есть общество тоже, общество, ну какое общество, это же было левацкое общество, Советский Союз, то, что встал на сторону тех людей, которых неминуемо приговорили к смертной казни. И вот, наверное, истоки нравственности, это, пожалуй, то, что, вот как вывод, ну, я делал для себя лично, после вот реализации, вот, скажем, в процессе реализации этого проекта, немножечко так это звучит, несколько так сухо, но тем не менее, так теперь принято называть все, вот, любое движение общественной жизни, которое структурировано и которое поддерживается теми или иными, ну, в данном случае, президентский фонд и так далее, это принято называть проектом. Хотя, конечно же, если этимологически это относится к прожектам, то есть совершенно к другим понятиям, да, которые меняют. То есть как сегодня, в общем-то, поменялся русский язык. В Талмуде написано, что Всевышний не увидел другой лучшей формы для этого мира, как мир. То есть для всего сущего он увидел только шалом. Шалом имеется в виду отсутствие борьбы, отсутствие военных конфликтов. Те, которые, как говорили сегодня докладчики, изматывают население, сушают, и приводят к исчезновению национальных ресурсов, потере территорий, на которых, собственно, жили их предки еще столетиями, тысячелетиями даже где-то и так далее. Все это очень важно, все это крупная нить и этническая, и территориальная, безусловно, она рвется в том случае, если происходят какие-то военные конфликты. Последние две войны, прошедшие в 20-м столетии, они были развязаны, собственно, секулярным миром. Это были вовсе не религиозные войны. И тем не менее, это были две страшные войны, которые запомнились человечеству как самые массовые, с уничтожением гражданского населения. Ну, вот Вторая мировая война, с геноцидом и так далее. И сегодня получается так, что вывод, который напрашивается, что нет более другой силы, как традиционная религия, чтобы быть инициатором миротворческого процесса. И как обстоят дела, в принципе, вот этой части я хотел бы немножечко остановиться. Да, у нас существует, допустим, у нас в стране существует организация «Российский фонд мира». У нас на площадке Международного совета России существует рабочая группа, которая помогает, в общем-то, гуманитарно Сирийской Арабской Республике на постоянной основе. То есть это строительство детских садов, школ, медикаменты и продукты питания, который вот был период, действительно, когда было остро, это стал вопрос, и, в общем-то, позиция России должна была быть обозначена также с точки зрения и со стороны религиозных объединений. И Русская Православная Церковь, и Духовное управление мусульман, и Дума Москвы, все они подключились к этому вопросу. Это важно действительно, потому что ну, это было как некая реакция на ту ситуацию, что сложилась в гуманитарной катастрофе в тот момент в Сирии, и в частности в Дамаске и в Алеппо.
И также, как мы помним, когда самопровозглашенные республики Донбасса действительно тоже остро нуждались в продуктах питания, все религиозные организации подключились вплоть до протестантских деноминаций. Тоже очень важно подчеркнуть. С другой стороны, видим ли мы в мире структуру, которая была действительно сегодня авторитетной и которая была бы инициатором миротворческих инициатив. Как пример, можно теоретически взять и разобрать и посмотреть на Religions for Peace, организацию, которая объединяет практически все христианские деноминации, в которые входят даже и мусульмане, иудеи, и шииты, и сунниты. Вот. Но эта организация, она существует довольно давно, да, более 50 лет, но тем не менее она достаточно аморфна. И, как мы понимаем, ее штаб-квартира находится за океаном. То есть понятно, что в случае каких-то действительно серьезных противостояний между, ну, не то что цивилизациями, а между, в общем-то, как серьезными игроками международной арене, понятно, какую сторону примет эта организация. Потому что все-таки большинство представителей, членов этой организации Religions for Peace, они, в общем-то, относятся к странам НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. И вот сегодня, наверное, действительно сложно переоценить тот вклад, который, то есть тот намек, который дало человечеству казнь и, в принципе, сначала поступок Розенбергов, и потом казнь, намек на то, что действительно технократический алгоритм выведен совершенно в какой-то случайный, совершенно в рандомный в каком-то порядке вышедший из строя, он может привести к уничтожению всех нас, живущих, и шиитов, и суннитов, и иудеев, и православных, ну, практически в одночасье. И вот насколько хрупок мир, насколько при понимании этой хрупкости мира на первый план выходит нравственность человека, его моральные устои и его религиозные принципы. Если он не может допустить далее того, что может разразиться катастрофа, вот вам и подвиг. Вот вам, собственно, и значение того, что может произойти и с другой, с этой стороны. Потому что, конечно же, вот этот релятивизм, о котором мы говорили, этот общепоглощающий нас, это страшные вещи, затирающие и роль религиозных организаций для того, чтобы они были более структурированы. Потому что, ну, казалось бы, формально они существуют. А по сути, вот выезжают на место конфликтов люди, которые просто имеют авторитет в тех народах, как был, допустим, вот тоже номинант, то есть человек, который был награжден медалью за ценность мира, да, вот мы что говорили, наш космонавт Шарип. И вот такие люди выходят на фронт. Организации, ну, тут уж сложнее, понимаете, все так или иначе, все это, есть некая зависимость от тех или иных обстоятельств. И самое, что самое важное, как бы нет даже сопредседательства в тех международных религиозных организациях, которые должны, в принципе, бороться за мир. Сопредседательство меняющееся с тем, чтобы можно было как-то ротировать также на стран из развивающихся, из третьего мира, из православных стран. Там в основном, конечно же, это происходит несколько иначе, и доминирующие позиции занимают протестанты, в которых, собственно, тоже религиозная мораль достаточно релятивистская. Выражаю уверенность, что реализация этого проекта «Ценность мира и памяти Ильюса и Розенберга», она будет мощным фундаментом для переосмысления, на самом деле, религиозными организациями своей роли в миротворческих процессах. Спасибо.